Everybody sing, cause we don't give a damn about the plan. Cause I'll be a freak until the day, until the dawn. And we get all through the night to the early morn. Come on and I'll take you around. Всем привет, всем привет, всем привет, с вами Лига Music Wars. И сегодня у нас такая веселая вещь, как обновление. Я ошибся, конечно, ребят, на 7 дней, но тут все очень своеобразно. Они в любой момент могли засунуть это обновление, никто не мог предсказать. Ну и самое смешное, что появилось обновление, а на форуме, ребята, тишина. Вот реально просто тишина, ничего не сказано по поводу подарков и так далее, каких-то изменений. Ну, это из такого интересного. По модельному агентству, ребята, из прошлого видео, что мне можно сказать? Ну, не люблю я модельное агентство. Ну, я когда его вводили, я ругался. И буду продолжать ругаться на него, ребят. Сильные группы становятся сильнее. Слабые группы становятся слабее, соответственно, происходит перераспределение бойцов, куча групп остается мертвыми, либо уходит в небытие. Отток игроков у нас, конечно, продолжается, новые игроки регистрируются, потому что я смотрю по новым подписчикам, по вопросам, которые мне задают, ну, очень адекватно. Ну и давайте к обновлению. Больше, кроме подарков, ничего не обновилось. Соответственно, шейх-клуб обновился у нас, про него я ничего говорить не буду. Здесь те, кто предрочил, ребята, максимизатор, пожалуйста, получайте. Я говорил, что будет нано-ева, я ее очень ждал, но третьего подарка я не знал, который у нас будет. Манускрипт, ну, тем, кому надо, ребята, качаем. В общем, максимизатор я буду выкачивать на плюс один. Потом дальше все остальное я буду вкидывать полностью в нано-еву. У нас что она будет давать пока мне, ну то есть полностью неизвестно. Манускрипт качать я сильно не буду. Дальше бесплатки я выкупать буду все в течение 2,5 недель, ребята, я выкуплю их все. Ну как-то примерно так. Вот. Ладно, это все у нас лирика интересная. Не забывайте, максимизатор способен, ребята, максимизировать очень интересные вещи. Попробуйте в него позасовывать не только питомцев, но и некоторые вещи со своего склада. Разговаривать не буду о каких, так что сами дерзайте. Ну а дальше, ребята, я вам оставляю нарезку. Нарезку получается, как я тусовался в шейх-клубе. Вот как-то примерно так. Дальше смотрим, стоит ли тусоваться или не стоит тусоваться. В клубе, соответственно, пишите в комментариях. Но мне некуда было девать нефть. Ну, дроп, соответственно, посмотрите сами. Давайте, ребят, счастливо. Дальше только тусовки в клубе. Лайк! Thank you.